Рецепт приготовления булочек с начинкой из коричневого сахара, орехов пекан и корицы с глазурью из сливочного масла, сахарной пудры и кленового сиропа. Булочки подаются теплыми и хранятся в герметичном контейнере примерно в течение 3 дней. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Сделать начинку. Смешать все сухие ингредиенты в маленькой миске. Добавить топленое масло и перемешать вилкой, пока смесь не будет напоминать мокрый песок, отставить в сторону. 2. Разогреть духовку до 220 градусов, смазать 1 столовой ложкой топленого масла форму для выпекания. 3. Приготовить тесто. В средней миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль, добавить кленовый сироп и 2 столовые ложки топленого масла. Размешать, виоложить тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и вымесить до однородной консистенции. Тесто должно быть очень мягким и немного липким. 4. Раскатать тесто в прямоугольник размером 20×30 см, залить 2 столовые ложки топленого масла на тесто и смазать всю поверхность пальцами. Виоложить начинку на тесто и равномерно распределить ее по всей поверхности, оставляя границу 1 см по внешнему краю. Прижать начинку к тесту. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Начиная с длинной стороны теста, свернуть его рулетом и защипнуть швы, виоложить рулет швом вниз на рабочей поверхности, разрезать на 8 кусков и поместить булочки в форму, смазать оставшимися 2 столовыми ложками топленого сливочного масла, выпекать в течение 20-23 минут, до золотисто-коричневого цвета. 6. Чтобы сделать глазурь, в миске миксером взбить сливочное масло, добавить сахарную пудру и взбить вместе, добавить сироп и хорошо взбить, до тех пор, пока смесь не станет однородной. Если смесь слишком густая, добавьте чайную ложку или более молока. 7. Дать булочкам остыть в форме в течение 5 минут, залить глазурью и подавать теплыми. Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Сахара 3 столовые ложки. Разрыхлителя 1 чайная ложка. Соды 1/2 чайных ложки. Соли 1/2 чайных ложки. Молока 1 стакан. Топленого сливочного масла 6 столовые ложек. Корицы 2 чайных ложки. Начинка. Соли 1/8 часть чайных ложки. Начинка. Топленого сливочного масла 1 столовая ложка. Начинка. Размягченного сливочного масла 2 столовые ложки, глазурь. Кленового сиропа, 3 столовые ложки, глазурь. Молока, 1-2 чайных ложек, глазурь. Количество порций, 8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем приятного аппетита, жду вас снова.